open up your eyes and watch the sunrise. Отправились в Эль-Нидо, деревеньку на берегу Южно-Китайского моря. Это, собственно, туда, куда лежал весь наш путь, так сказать, конечная точка пути. Автобусы из порта Принцессы ходят каждый день. Также ходят микроавтобусы. На сайтах, посвященных Эль-Нидо, море информации по данному делу. Найти агентство по продаже билетов проще некуда. Для этого просто необходимо прогуляться по городу. Одной драндулетки катались, а на Филиппинах на другой. Ощущения те же самые. Только задом наперед. Ну, Саша, потому что не любит ездить спиной вперед, поэтому я тут прикрываю его. Короче, сколько мы уже проехали и все еще едем. Это да. Ехали на автобусе, сколько, наверное, 6 часов у нас получилось. Из этих 6 еще полчаса была остановка на обед. И плюс маленькие остановки на то, чтобы подкачать колеса, потому что, ну, машина была там, ну, не совсем в хорошем состоянии. Ехали мы, значит, в этот супер Эль-Нидо, пляж пока не понравился. Горы красивые, спору нет вообще, здоровские. Но слишком много лодок, чем-то напоминает Хикадулу, где тоже куча лодок. Вот. Что-то жилье дорогое пока нашли, мы на сутки сняли. Вот. Вечером итог подведем, будем. Скажем, сколько это стоит. А так сейчас сели в кафе, тоже цены не слабые такие. Ну, я-то сравниваю с Шри-Ланкой и сравниваю с в интернете, которые цены указаны были. Не знаю, что-то кажется, что-то дороговато. А природа пока что-то не очень, кроме гор. Пляж так себе. Купаться здесь вообще, походу, нельзя, и никто не купается. Очутились мы в Эль-Нидо. Ну что сказать, рекомендуем сразу с автобусной станции взять трицикл и за 40 песо направиться на пляже Карон-Карон или Лас-Кабанас. Там красивее, на Короне еще и дешевле. Ну и потому, что начинать надо с жилья, чтобы оставить все свои сумки, рюкзаки, а уж потом отправиться на разведку. Me love ya comes out of devotion. Where did that all come from? To rule ya, hey. Spread to the world. Заказали еду, короче, я ткнула просто пальцем в меню. Саша, в принципе, тоже. И получилось так, что вот нам принесли такие клевые блюда. Мы выбирали изначально что-нибудь такое, чтобы было с морепродуктами. И вышло еще так, что официант перепутал. Саша принес мое блюдо, а мне Сашина. В принципе, мы согласились с его путалкой, потому что креветки Александр любит больше, а мне больше нравятся кальмары. Так что у нас остались все довольны. Сидим, жуем, не разжевываем мы вот эти вот кальмарчики. Проглатываем. Да. Ну, короче, поехали второй раз на Дрыне. Выяснилось, что мы попали на другой пляж. Нас привезли вообще непонятный пляж. Некрасивый. Сейчас поехали на два других. Сначала Карон-Карон, потом Лас-Кабанас. Неизвестно, что там будет. Вот. Ну, съездим, посмотрим. Но здесь не понравилось. Здесь сейчас мы приехали, как нам сказали, Карон-Карон. Пляж. Здесь намного лучше. Вид. Во всяком случае, на сам... Ну, и пляж больше, и шире, и дальше. Вот. Народу меньше, кафешек меньше. Ну, с другой стороны, может, оно и нафиг не надо, как бы, да. Но пляж, конечно, сам по себе. Ну, Шри-Ланка пока что выигрывает, наверное, на все 100%. Потому что пляж сам по себе, ну, говно. Никакой. Вот, но зато вид сам на море намного лучше. Вот. Шума меньше, движения меньше. Точно начал что-то капать слегка. Блин, это нехорошо, нам надо где-то спрятаться будет. Нам бы надо где-то спрятаться.
Ладно. Пошли прятаться. Да, сейчас найдем какое-нибудь место, спрашиваем, сколько тут что стоит. Так-то тут красиво. Тучка небольшая. А потом хотим дойти до Лас Кабанаса. Time to wake up in every nation. Go feel the vibration that takes me away. Me people stand up to fight desperation as we're raising, raising until the break of day. Прогулка по побережью из города до Лас-Кабанаса довольно продолжительна. Но тем, кто не боится работать ногами и времени у него хватает, это замечательный отдых. Пройдясь по песку, послушав морской прибой, подышав чистым свежим воздухом, начинаешь заряжаться позитивом. По пути мы узнавали стоимость номеров в различных отельчиках и присматривались, поскольку на завтра было решено переезжать в более тихое место. To join this foundation as we're raising, raising until the break of day. I will lift you up, we can steer it up, feel the love around when the sun comes down. People give it up, cause we're rising up like the sun. So hold on, we come again. I will lift you up, we can steer. The time has come to gather the rainbow colors. Open up your heart, you will see we can. Hold on, hold on. The road is clear, so gather all your friends around us. Take them one by one by the hand to a peaceful, loving place. Как говорят, чем дальше в лес, тем толще партизаны. На самом деле, чем дальше вот от цивилизации, тем красивее. Природа вообще намного круче, чем там. Роду мало, вообще практически никого нет, что и хочется, да, там. Вот. Правда, конечно, вариантов съема жилья как бы дешевого очень так. Подешевле, но не очень. Вот. И с едой тут как бы несколько напряг. Не знаю, может быть, в этих кафе, где есть, точнее, где съем комнаты, может, там есть какие-то кафешки, мы точно-то не узнавали, но цены здесь, конечно, дешевле, чем в самом вот городе. Вот, хотя мы еще и не торговались особо. Вот, но говорят, здесь не сильно торгуются. И вот, пройдя весь, значит, этот Корон-Корон, мы, значит, подходим к Лас-Кабанасу. Лас Кабанаса, и пляж оказался самый красивый из тех трех мест, где мы сегодня в Эль-Нидо смогли побывать. Еще нашли какую-то дорогу неведомую, дорожку, вот. Она ведет наверх, и мы потом хотим туда сходить. Она, короче, идет, видимо, к самой дороге, где, ну, ходит транспорт, вот. Но туда мы, наверное, не будем подниматься уж, к самому транспорту, а так на пик зайдем высоты, посмотрим на весь пейзаж с высоты птичьего полета. И спустимся вниз.
seria. Donde nadie mira, niños que juegan. Entre basura, los sueños de cartón, las realidades pesadillas. Villa miseria, llevas aquí toda la vida los que gobiernan. Te olvidan deprisa, ¿dónde se esconde Dios? Eso en la luna, o en la luna. Villa miseria, lagrimal de periferia, ojos cansados, gargantas secas, puños. Проведем небольшой итог. Кому-то надо, кому-то не надо, но вот для тех, кому надо. Нам, во всяком случае, всегда надо это знать перед тем, как куда-то мы едем. Узнать, сколько хотя бы среднестатистический день происходит там или там. В общем, у нас этот день опять не так, как мы планировали. То есть опять перерасход денег идет. Вот, потому что я планировал на сумму одну, а получается сумма в основном за номер. Не за еду, там, не за что там, за номер. То есть номер, вот данный номер, который мы сняли, это 1610 вышло. Вот. Ну, для кого-то, может, это очень дешево, для кого-то это дорого, для нас это дорого. Но потому что планировали расходы 700 максимум. Хотели еще подсбить, ну, какое тут сбить два раза. Вот. Но надо дать должное. Номер хороший, замечательный номер. Тут есть кондей, здесь есть вентилятор, здесь все тут закрывается, никаких комаров тут ничего нет, вообще удивительно. В Шри-Ланке постоянно были комары какие-то, москитные сетки висели. Здесь нету. Телевизор, Wi-Fi, все, конечно, бесплатно там. Приносят чай, ну, там, наверное, сколько-то надо будет заплатить, но это все равно приносят. Вот. То есть шкаф есть тут, стол, кровать замечательная, вот, с гекконами, значит, вот, картина, кони тут в яблоках или кто тут бегает. Вот, отдельная хорошая такая ванна, ну, ванная комната, то есть, там установлена кабинка, горячий душ. Душ, конечно, сам по себе напор вообще никакой. Я не знаю, там ручным насосом качают, наверное, все там давление создать. Вот, ну, в общем, струйка маленькая. Но горячая и холодная, то есть по желанию. Вот. И туалет, то есть, ну, унитаз сам. То есть все это отдельно, сухо, все замечательно. Включаешь свет, сразу вытяжка включается. Вообще замечательно. То есть номер вообще шикарный. Но все равно за эти деньги, как бы, я думаю, что... Может, мы не торгуемся. Мы сегодня опять приехали, вот, как снег на голову, как говорится, да? Вот, устали, 5 часов ехали, с лишним, там, 5,5 часов ехали. Блин, устали все нафиг с утра. И до тошноты вот эти вот виражи, эти вот повороты, то есть, дальни доехать. Вот, хотел сказать, ехал всю дорогу и думаю, надо обязательно сказать. Вот, вот у кого вот морская болезнь там, или кого укачивает, я не знаю, как, если вы захотели в Эльнида попасть, как вы попадете, не знаю. Честно, вот меня никогда в жизни не укачивала машина. Ну, может, в детстве когда-то. Я, у меня стаж больше 13 лет непрерывно, вот, но меня реально укачивало. Укачивало, хотя я ездил по разным дорогам. Правда, больше сам за рулем. Ну, в любом случае, в общем, надо понимать, что укачивать будет хоть как. Всех укачивало, все жрали конфеты эти. Вот. Дальше, значит, приехали... Понятно, что непонятно, куда мы приехали, посмотрели туда-сюда, ну что, давай снимать номер. Вот и сняли номер такой дорогой. Ну, потому что не хотелось никуда идти больше. Вот. Номер, значит, 1610, да, вернемся к затратам. Сходили на пляж, поели. Сходили, значит, к чаю купили, водички купили, туда-сюда. Покатались тут по месту, поискали другой более дешевый номер на завтра. В общем... Стоимость всего дня вышла у нас, что там у нас, что-то, 2598 рублей. Короче, 2600. Блин, много это, короче, много. То есть, во всяком случае, ну что говорить, этот номер явно уступает номеру в Коломбо, в прошлом году были.
Там было 1200, а тут 1600, но Коломбо и этот номер, это разное, это небо и земля. Там было намного круче. И там была столица, а тут чего такое, Эль-Нидо, деревня, по большому счету. Причем везде загажено так довольно, пованивает. Вот такие вот дела. Завтра мы переедем на пляж Корон-Корон. О! Слышите? Это геккон, и он живет у нас в матрасе. Хотя нам хозяйка только что сказала, что он живет у нас за на улице. Ну нифига. Ну, слышите, попердывает тут. Все закончил. Ладно, если у нас сегодня ночью не сожрет скотина, мы завтра обязательно составим хороший репортаж. Пока что не клеится. Ну, Таня даже вот не буду снимать свои больше. Не стану. Неохота мне говорит. И тут подбудем. Señor ministro, lejos de la escuela.